грустью вспоминаю все, как было. Теперь там больше не о чем жалеть. Я в театр с пьяну затащила трагедию Шекспира посмотреть. В фойе меня раз 30 поболее сажал на копчик смазанный паркет. Пока я не добрался в верхнем холле на самой главной вывеске буфет. Спектакль крутили без антракта, а я взял креплёное вино. И где-то опосля второго акта решил взглянуть, как там у них заведено. Я в зал вошёл, когда уже стемнело, и едва не скувырнувшись оборот. В тот миг, когда рассерженный Отелло порол очередной свой монолог. Молился ли ты на нужду с дыхода? Жену спустя немного спросил. И тут же против всякого закона в постели эту пару придушил. А причиной всему был платочек новый, который там граф какой-то взял ей. И ладно был бы вышли шалковый, а то и пустяковый для соплей. Ну шо ж ты, буржуй, на самом деле, за это мог бы просто и побить. Раз я же нарванулся, я к отеле, надеюсь, перегаром задавить. И зарядно проявив свою здоровку, я бил его, аж грим с лица летел. Но только эту новую трактовку главрежиссер принять не захотел. Меня скрутили быстро супостаты, доставили в отделение кое-как. Теперь я без 13-й зарплаты и плюс еще без всяких разных плат. Восьмые сутки сидя на картошке, я о прошедшем в общем не тужу. Но обидно, что душил он понарошку, а я по-настоящему сижу. А я по-настоящему